картинами холодные, как я люблю. Вот там, а вы когда солнце, да? Папин, вот где папины подарки? Он увлечен просто сейчас с другой мыслью, сейчас он немножечко отвлечется. Папины подарок, там мы будем вот жить костер, да? Хорошо. Да, тут его очень сложно перебить, он все время говорит. Да, поэтому задать ему вопрос очень сложно, вклиниться в его речь. Я не знаю, кого. Он тут все время говорит, иногда уже думаю. Тишины, немножечко тишины. Да, Юраська? Да. Я уже все абсолютно. Со всеми поздоровалась. Сейчас освободить кухню. Вам надо сесть за стол, который не шатается, и играть на ней. До второго. Смотри, как интересно соединено. О, наверное, это подойдет для гаража какого-нибудь. Да. Тебе для машины. Ну, только надо же где-то хорошо. Подарок подарили. Ух ты. А, это для костра? Для костра, да. Где картинка? Вот смотри. Кто до вечера доживает? Кто до вечера доживет? Палит костер и песни. Нет, ну обычно каждый вечер, когда какие-то мероприятия, молодежь собирается и палит костер. А такого места нет, поэтому снимают мангал и на нем обычно разводят. Теперь будет у них красивая. Для тебя подарили? Андрею подарили, да. Ручная работа. Да. В свое время мы подарили мангал ему на один день рождения, лет 5 тому назад, или 6. А вот этот раз решит такой. Понял? Нет, они потому что очень любят по вечерам сидеть, когда засиживаются допоздна, с гитарой, вот, с песнями, с костром. Культурно разводить костер. Вот эта грядка у меня старая. На будущий год я тоже вот все буду менять. А вот этот молоденький. У нас ягод в этом году было много. У нас тоже много. А причем она у нас такая, я специально сажала, чтобы их вкусно было поесть, такие здоровенные. Вот, поэтому варенье из нее не сваришь, она такая крупная. Не, Алекс скидывал, там на твоей пошла. Да. Ели прям только так, ребята, успевали там собирать эти лукошки. И сами дети ходят, собирают. Нравится им все дело. Смородину тоже сами собирают. Что это? Метроном. А, похоже, кстати, судя по форме коробки. Это Вадим. Ты меня смущаешь. Иди на минуточку. Мы бы там шашлыки подарили. Это Андрюхин сюрприз. Ну, там такое. И уже, наверное, не знаю, третий раз он пытается пожарить сыр на мангале. Рахфоры, шморы, там всякие, оно все так. Я час приехал, я буду все ловку. И это теперь... У вас очень большая команда. Она по утру. Железную ложку просто надо взять, и все нормально. Оу, все. Поэтому я хотел приехать раньше, чтобы быть полностью готовым к моменту вашего приезда. Но я немного не успел. Ничего страшного. Просто больница, она кроет в себе массу внезапных историй.
то поплохеет кому-то, то еще что. Поэтому тут нельзя никак подгадать. Вот и ничего страшного. Ну что ты делаешь, Андрюха? Да в карман, блин. Да не делай мне. Нирвана, простите. С чего начали, да? Классика. Начал Ксюша играть Нирвану. Ничего себе. Максим, ты мне проще его выбрать. А Максим на барабанах ты играет еще? Я постоянно лавацию тут пью, что-то надо поменять.